лыжи. Хорошо. Продолжаем. Приготовились. Следующее слово. Рак. Рак. Два, четыре. Два, четыре. Креативные пингвины оказались первее. Так, перцы, соберитесь. Соберитесь, перцы. Счет 2-4. Креативные пингвины ведут. Поехали, продолжаем. Следующее слово. Река. Кто первее был? Ну, тем не менее, перцы были первее. 3-4. 3-4. Перцы догоняют. Приготовили следующее слово, очень сложное. Следующее слово белорусское. Не-не, ребят, слово будет на белорусском языке. Подождите, сейчас, подождите, не было слова будет, оно на белорусском просто. Это слово торба. Поехали, торба. 5, 3, 5. Тут уже однозначно. 3, 5. Реактивные пингвины. Ничего еще, может быть, если не победят наши перцы. Счет 3, 5. Следующее слово. Калибр. Калибр. Поехали. Калибр. Три-шесть. Перцы проиграли в этом раунде. Едем дальше. Счет 3-6. Следующее слово. Брат. Брат. Три-семь. Хорошо. Продолжаем. Приготовились. Простое слово. Четыре буквы. Телу. Поехали. Вау, 4-7, ничего себе, молодцы. Молодцы перцы, да, 4-7. Поехали, следующее слово. Балет, балет. Кто? 4-8. Хорошо, еще парочка слов. Поехали, следующее. Кобра! Кобра! 4-9. И давайте уже доиграем. Я понимаю, что реактивные пингвины, скорее всего, выиграли. Но сейчас будет последнее слово. Это слово, в котором участвуют все буквы. Слово из 9 букв. Приготовились. Кабриолет! Поехали! Но кто? Чистая победа. Реактивные дельфины. Ну, перцы, вам чуть-чуть не повезло. Хотя старт у вас был отличный. А может, на самом деле. Ну что, кто у вас...